Поговоримо про найважливіше з Романом Світаном. Пане Романе, добрий вечір. Вечір добрий, бажаю всім здоров'я. Пане Романе, маємо насичений день. Перед тим, як почати нашу з вами розмову, не забуваємо про наші тут традиції та звертаємося до наших глядачів. Просимо поставити лайк цьому відео, написати коментар, звідки ви нас дивитесь, в ваше місто. Прямо зараз напишіть, бо нам цікава географія нашої з вами аудиторії. Плюс підпишіться на цей YouTube-канал, тому що це все, ці ритуали допоможуть просуванню цього відео, його потім подивляться якомога більше людей. А пане Романе, починаємо сьогодні з геополітичних заяв наших партнерів про те, що результат війни в Україні визнаватиме систему глобальної безпеки на десятиліття вперед. І Захід розуміє ставки, про це запевнив голова Пентагону Ллойд Остін. Цікава, насправді, заява в геополітичному плані, що це означає, поясніть, будь ласка, от вашу аналітику хотіли почути, та чи слід очікувати, що після таких заяв, можливо, нам ще більше будуть давати озброєння? Є розуміння того, що Російська Федерація, як імперія, вона ніколи не зупиниться, поки не розвалиться. Ну, по-другому імперії не живуть. Це розуміння вже є. Есть понимание того, что не доразвалили Советский Союз. То есть его надо было доразвалить на те составляющие республики, из которых была соткана Российская Федерация. Это, в принципе, еще союз в союзе, так называемый. Советский Союз включал республики, и вот одна из республик Российская Федерация, которая включала еще часть республик. Так вот, там 21 республика вот на эти республики, на эти кластеры должна развалиться и эта Российская империя, иначе она будет расширяться, расширяясь, поглотит Европу. Частями на определенное время, независимо от того, кто руководит Россией, независимо, это закон расширения, так называемый, имперский, и он по-другому не работает. Это понимание процессов есть, и, естественно, есть понимание, видение выполнение этих задач по развалу, в том числе Российской Федерации. Это уже прослеживается во всех заявлениях лиц, которые ответственны за военные действия, ну, которые понимают, естественно, динамику военных действий. Я думаю, такие заявления не приведут, в конце концов, уже к действиям как таковым по накачке нашей армии вооружения. То есть понимание процесса, что все равно придется воевать с Российской Федерацией до полного его уничтожения и развала. Это оптимально сделать на данном этапе, как раз усиливая помощь, военную помощь нашей армии. С одной стороны, для нас это вроде как звучит, но не совсем красиво в отношениях к самой стране, но так сложилось. Так сложилось, что именно не на страны Балтии, а именно в Украину Российская империя вначале начала двигаться, то есть в ее движении в Европу. То есть один из вариантов это было разворачивание именно боевых действий против балтийских стран, но Путин в последнюю минуту, скорее всего, передумал, может быть, согласовал эти моменты с Китаем, они стоят за спиной Путина, то есть там больше руководят этими процессами, они двинулись в нашу сторону. Но эти проблемы в Европе будут однозначно, они никуда не денутся, пока Российская империя не будет развалена. Главное действие. Действие — это передача вооружений. Мы их ждем. Пан Романе, очікуємо на передачу того зброєння, яке може і нищити наступні комплекси, про які ми з вами поговоримо. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив наступне, що російські військові перекинули новітні системи С-500 «Прометей» на тимчасово окупований Кримський півострів для прикриття важливих об'єктів. Чи застосовували вже росіяни ці комплекси у війні проти України? І чи кардинально цей комплекс відрізняється від С-300 та С-400? Ну, С-500 еще не стал на боевое дежурство. Есть, вот Буданов правильно говорит, части этих систем. То есть переброшены локаторы дальние, довольно-таки неплохие. То есть они на как минимум где-то на 100 километров дальше видят и видят восходящие траектории баллистических ракет для того, чтобы можно было прицелиться, ну, попробовать, по крайней мере.
будут они испытывать, то есть испытывать дальше этот комплекс, может быть, именно частями, о чем говорит Буданов. Нигде он еще не использовался, но он еще толком не собран. То есть сказать, что это есть уже готовый комплекс, об этом еще говорить рано. Но также сам, также и модернизировалась С-300 до уровня С-400. То есть что такое С-400? Говорят, хорошо покрашенная С-300. То есть часть пусковые установки, часть системы наведения, некоторые ракеты используются как раз в С-400 от С-300. Иногда и путают, не то что путают, но когда дают, допустим, определенную сводку по уничтожению, пишут С-300, С-400. Почему? Потому что пусковая установка уничтожена, она одинаковая и для С-300, и для С-400. Разница только в ракетах, а уже уничтоженную ракету не определишь. Та же картина и с С-500. То есть они будут модернизовать С-400 до определенного уровня. Ну вот один из механизмов — это откатка в поле боя, прямо в полевых условиях, практически в боевых условиях. То, чем они сейчас будут заниматься. Тем более после того, как мы уничтожили наши спецслужбы, Главное управление разведки, Служба безопасности, силы спецопераций, уничтожили большую часть систем радиолокации радиотехнических войск Российской Федерации, которые были ответственны как раз за снятие параметров восходящих траекторий баллистических ракет, вот тех же «Атакамсов». 300 километров дальности ракета, система С-300 не видит старта ракеты «Атакамс». Она, раз ее не видит, значит, не может вычислить точку встречи, не успевает отработать противоракеты. Вот сейчас этому будут помогать некоторые системы от С-500. Також, пане Романе, Вашингтон Пост пише про те, що президент Байден та президент Зеленський підписують 10-річну угоду про безпеку між Сполученими Штатами Америки та Україною на саміті G7 в Італії. Документ зобов'язує Вашингтон фактично підтримувати Збройні Сили України на довгостроковій основі, включаючи передачу передових технологій, про які ми, зокрема, з вами говоримо. Тут наскільки це хороший, насправді, сигнал для нас, щоб наші Збройні Сили України отримали фактично десятиліттями передову зброю та технології, та наскільки це допоможе нам досягнути перемоги? Вашингтон, он, может быть, и обязывает, но Америку нет. Дело в том, что такого рода договор, если он не ратифицирован парламентами стран, то есть ни Верховной Радой, ни Конгрессом Соединенных Штатов он ратифицироваться не будет, то это, можно сказать, просто очередная стопка бумажек с некоторыми знаками, написанными или кириллицей, или, допустим, теми же английскими буквами, не более того. Это надо понимать для того, чтобы потом не разочаровываться, как в Будапештском меморандуме. Лучше не очаровываться на старте, не слушайте политические заявления. Все это мишура политическая. Реалии таковы, что это рамочный договор, договор намерений, как угодно его можно назвать, его может отменить одним росчерком пера следующий президент или этот же, который примет такое решение. То есть это не обязательное применение. Оптимальный вариант, то есть положительный, он имеет, тем не менее, положительный момент. Такого плана. Это, можно сказать, рамочный договор, на базе которого потом можно будет проводить договорные отношения до договорных обязательств, уже реальных с ратификацией обоими парламентами при вступлении в НАТО. То есть у нас уже есть примерно 15 таких договоров, то есть больше, ну, уже около половины, по крайней мере, стран натовских, мы с ними уже такие рамочные договоры уже заключили. То есть здесь есть очень большой положительный момент. Так как оставшиеся там еще половины, ну, с ней надо работать дипломатическим нашим органам, ссылаясь, кстати, как раз на то, что уже часть договоров заключена. А дальше это уже рамочные, естественно, договоры намерений, которые должны перерасти в серьезные договоры при вступлении нашей страны в этот союз, НАТОвський союз. Пане Романе, тим часом міністр оборони Канади заявив, що Канада надійшла Україні 2300 авіаційних ракет CR-8, які раніше використовували канадські сили. Далі там набої для стрілецької зброї, системи дистанційного керування, бронемашини. Відомо було раніше, що з експлуатації було виведено більш ніж
83 тисячі ось цих ракет «Сірвісім», які почали утилізувати ще з літа 2021 року. Чому тоді з такої великої кількості нам передають лише 2300 авіаційних ракет «Сірвісім»? Це через те, що інші вони не в належній якості, їх не можна використовувати. І загалом, що вам відомо про ці ракети, як вони нам допоможуть у цій війні? Ну, это НУРСы или НАРы, по-разному их называют, неуправляемый реактивный снаряд или неуправляемая авиационная ракета на базе Гидра-70. Это американская ракета, канадский, это копипаст этой американской ракеты. Мы уже используем эти ракеты давно, Гидру-70 используем. Сейчас, в принципе, те же пусковые установки могут, это наши самолеты оборудованы, в основном штурмовики, и вертолеты, кстати, часть вертолетов оборудованы этими пусковыми установками, которыми, в принципе, сопряжены с нашими прицелами на наших бортах и выполняют боевую задачу уже давно. Это расходники, это очень большой расходный материал, эти ракеты. Это неуправляемые, то есть это вот при стрельбе, может быть, скабрирование, есть очень много видео, материала. Вот стрельба с кадрирования, когда на предельно малой высоте и заходят вертолеты или наши штурмовики, поднимают нос самолета и отстреливают такую большую гроздь ракет. Вот это вот они как раз и это НУРСы. У нас есть старые, вернее, были старые советские НУРСы, но многих модификаций. Мы их уже все практически отстреляли. Их уже нет. Гидру-70, которую нам передавали американцы, их тоже, в принципе, уже в достаточном количестве нет. Вот мы сейчас подбираем все, что может подойти под эти параметры, в том числе и канадское вооружение. 2300 ракет — это очень мало. Ну, то есть это работа, может быть, на несколько недель, не более того. Но, тем не менее, это добавит определенную огневую мощь нашей авиации, она выполнит боевую задачу. Почему из 85 тысяч произведенных, там, допустим, всего лишь 2300, ну сколько было готово для передачи, вот именно для передачи в качестве вооружения, не в качестве сборочного материала на будущее, а чисто в качестве вооружения прошли определенную проверку, их нам передали. Я думаю, оставшиеся, допустим, ракеты, которые можно будет использовать, мы тоже получим. Но это не будет там десятки тысяч. Это может быть еще столько же примерно ракет нам передадут, а все остальные, скорее всего, уже либо выведены полностью из строя, либо закончился срок эксплуатации, ее даже перебирать уже нельзя. То есть запущен механизм утилизации. Причем там же механизм, это в каком смысле запущен? Проплачиваются деньги компании, которая утилизирует эти ракеты, и она, естественно, эти деньги осваивает. Причем компания, которая этим делом занимается, по-моему, руководитель этой компании один из родственников Трюдо. То есть там своеобразная эта схема, которая работает. Причем эту тему как раз подняли противники политические Трюдо. То есть они специально подсветили эту тему, пытаясь положить тень, во-первых, на эту саму сделку, ну а в конце концов выдавили нам хотя бы несколько тысяч этих ракет. Большое спасибо им всем. И канадскому народу, канадскому политикуму. Ну, это политика, это демократия. Есть определенные механизмы, которые работают. Мы из-под этих механизмов получили, в конце концов, можно сказать, несколько тысяч ракет, которые дадут нам возможность там несколько недель ими работать. Так що для нас це положительно. Також, пане Романе, точно вартує окремого лайку від наших глядачів. Наступна новина, бо майже щодня наші Збройні Сили знищують чи російське ПВО, там, чи радари від протиповітряної оборони. Сьогодні маємо новину про те, що українці вперше уразили новітню російську станцію зв'язку Р-416ГМ. Поясніть, будь ласка, що вам вже відомо про це? Що це за станція в технічному плані? Чим вона важлива для ворога, для окупантів? Чим вона новітня фактично? І чим ми могли уразити цю станцію зв'язку? Це радіорелейка, так називаємо. Це, в принципі, одна із там, десятка такого роду станцій. Вона вже десь років 7 стоїть на бойовому дежурстві. У россиян радиорелейка, ну, если для понимания процессов, это примерно как станция сотовой связи. Вот представьте себе сотовую связь простую гражданскую. Вот в углах соты стоят станции. Радиорелейные — это та же самая картина, примерно такого же уровня, обеспечивающая связь
большого количества абонентов, через себя пропуская сигналы на разных частотах, на разных диапазонах. То есть вот примерно такая же самая, только военная станция, которая обеспечивает соту примерно там, ну, 40 километров в диаметре в зависимости от поднятой штанги. То есть это не специальная вышка, то есть это уже вышка с передвижением. Там штанга, которая поднимает систему передачи радиоволн, и принимающие, передающие антенны, естественно, плюс система управления, естественно, с кодацией, с секретностью, ну и так далее и тому подобное. Но это рядовая, если так сказать, рядовая станция. Единственное, что мы еще ни разу до нее не добирались, так как дальность 40 километров — это дальность дивизионного уровня. То есть они всегда стояли такой на серьезной глубине, и до них добраться их дронами нереально. Ну а дронов, которые могли бы там 30-40 километров достать под прямым управлением, у нас сейчас, конечно, сложно и нет. Потому, скорее всего, отработали силы спецоперации новыми механизмами дроноводов, которые достали до этой станции. И, можно сказать, вот в первый раз именно такого рода станцию она была уничтожена здесь. Молодцы, конечно, ССОшники, как всегда, выполнили свою боевую задачу. Тихо зашли, отминусовали и тихо ушли. И даже никто не знает, как они это сделали. Пане Романе, ще сьогодні з'явилося повідомлення від голови Харківської обласної військової адміністрації пана Сінігубова. Він заявив, що раніше ворог завдавав ударів з С-300 щодня, щоночі та вдень, і тепер таких ударів значно менше. Однак ця загроза, звісно ж, вона зберігається. На зменшення активності російських С-300 в Білгородській області найімовірніше, на вашу думку, впливає дозвіл з боку Сполучених Штатів Америки бити американською зброєю по російській території, що межує з Харківщиною? Чи є якісь ще додаткові інші фактори, про які ви можете сказати? Они стояли 50-60 километров от линии границы С-300, и, естественно, мы ничем не могли их там достать. Ну, во-первых, российская территория, а наше вооружение уже не позволяло отминусовать эти ракеты, которые запускались по Харькову. После того, как мы получили разрешение работать «Хаймерсами», но пока 80-километровыми, то есть эти 60 километров мы достали, уничтожили одну станцию. Естественно, россияне свернули оставшиеся станции, перевели их сейчас на глубину где-то километров 100. Ну а тем не менее, с этой глубины они могут доставать по Харькову, пусть по северу Харькова, то есть весь Харьков они уже не достанут, но по северным окраинам Харькова они оттуда могут доставать со 100-километровой дальности. Плюс еще есть С-400. Они редко когда их используют, потому что это все-таки более-менее новая система, хотя она тоже может работать и по земле в том числе. Не точно, но может. На последней этапе нисходящей траектории ракета уже не управляется с командной станции и летит куда-то туда, куда ее навели до отключения прямой видимости, то есть когда уходит за радиогоризонт. Но тем не менее дальность позволяет, там больше 150 километров, С-400 может работать по земле, а то может и больше, в зависимости от типа ракет. Так вот, пока у нас есть только разрешение работать там 80-километровыми ракетами М-31 с «Хаймерса», мы не достанем эти 100-километровые ракеты. Нам надо 100-километровые зенитно-ракетные установки, которые выдвинуты чуть дальше. Нам надо разрешение на работу, во-первых, всем спектром вооружения. Это первое, что надо. Потому что мы же не будем там каждый раз... Они каждый раз будут оттягивать, отодвигать, и мы будем каждый раз запрашивать. То есть надо однозначное разрешение на выполнение боевых задач всем спектром вооружений, всех модификаций, по военным объектам на любой территории, военным объектам Российской Федерации на любой территории, где бы они ни стояли. И в этом случае тогда мы сами будем принимать решения и сами будем нести ответственность за выполнение боевой задачи. Вот это будет оптимальный вариант. Но вот следующий шаг нам для того, чтобы уничтожить С-300 и С-400 на дальностях больше 100 километров, нам надо разрешение хотя бы на ракету М-39 использования. Это кассетный боеприпас, 100-мильный, это 165 километров. Но опять же, оттянут там на 180 километров, будем просить атакамсы 300-километровые М-48, М-107. То есть это степ-бай-степ, но это миллион разрешений. Но тем не менее, то есть почему уменьшили? Потому что отогнали, но полностью не убрали, потому что не можем отогнать дальше.
Також, пане Романе, маємо інформацію про те, що українські сили оборони намагаються послабити російське ППО перед отриманням F-16. Про це запевнили аналітики Інституту вивчення війни. В принципі, ми часто про це говоримо, про деокупацію Криму, і в одному з останніх наших ефірів ви зазначили, ну, висловили доволі цікаву стратегію деокупації Криму, і бачимо, що найчастіше ППО наші сили знищують саме в тимчасово окупованому Криму. То, наскільки, на вашу думку, деокупація Криму з отриманням F-16, вона все-таки буде більш реалістична, на вашу думку? Без авиации вообще ничего деоккупировать не получится. Максимум на боевой радиус средств поражения, который у нас будет, это 15 километров артиллерии. Все. Ну, это законы войны. То есть нам надо боевые радиусы там до 500 километров для того, чтобы можно было рассчитывать на деоккупацию Крыма. Это только авиация. Потому что даже в достаточном количестве ракет, ракетами не деоккупировать остров. Или полуостров, или, допустим, какой-то участок. Почему? Потому что ракеты, во-первых, они очень дорогие, во-вторых, это штучный материал, так называемый, там десятки, может быть, сотни. А для того, чтобы уничтожить там 100 или 150-тысячную российскую группировку, уничтожить больше 150 военных объектов в Крыму, для этого надо выход бомбардировщиков непосредственно на участок над военными объектами и работа бомбардировщиков свободно падающими авиабомбами. Это возможно только при работе авиации. Сначала завоевание превосходства в воздухе, уничтожение ПВО противника однозначно, отогнать истребители противника, а потом запустить штурмовики и бомбардировщики для того, чтобы уничтожить уже на земле военные объекты. Но это, опять, даже это не приведет к оккупации полуострова. Почему? Потому что там останется 100-тысячная группировка россиян. Да, пусть они будут с автоматами, даже без патронов, но тем не менее это такие мечи джедаев, которые они будут пытаться ими как-то отбиваться. То есть для того, чтобы эти 100 тысяч россиян закопать в земле крымской, там придется проводить все равно наземную операцию. Поэтому вот те предложения, которые звучат иногда такие полудилетантские, их не стоит слушать. Без захода наших войск на нашу территорию это не будет считаться деоккупацией. Но начинаться деоккупация будет однозначно с авиационной компоненты. Без нее это просто невозможно. Пане Романе, продовження теми авіаційної компоненти. Поки ми з вами спілкуємося, з'являються заяви від президента України Володимира Зеленського під час виступу на саміті групи Семи в Італії. І президент України закликає лідерів Великої Сімки Італії, Німеччини, Британії, США, Канади, Франції, Японії збільшити саме кількість навчальних центрів для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. На вашу думку, наскільки може бути критичною ось ця проблема навчальних центрів для пілотів F-16, тому що, як ви вже казали неодноразово в прямих ефірах, літаки можуть бути, конкретна кількість, але якщо не буде пілотів, ну, очевидно, і що цей літак, він не полетить. Он может полететь, только не сядет. Потому есть проблема с летным составом. Эта проблема запущенная с 2004 года, когда было развалено военно-воздушные силы президентом на тот момент Кучмой. И мы получили воздушные силы, руководимые в основном ПВО, но мы это миллиарды раз уже говорили. То есть без восстановления военно-воздушных сил, без руководства ВВС летчиками, оптимальный вариант истребителями, не будет видения процессов, они очень длительные. Подготовка летного состава — это не подготовка расчета зенитно-ракетного комплекса. Вот у нас патриоты сколько готовятся? 1,5 месяца. Летчик сколько готовится? Только летать он учится за 4 года. Это только летать. А воевать ему надо еще 4 года, хотя бы до первого класса, несколько сотен часов налета. Миллионы долларов надо вложить. 8-10 лет обучается летчик для того, чтобы выполнял боевые задачи. Ну, в полном объеме получил все допуска на все виды полетов во всех метеоусловиях. То есть это очень длительный процесс. Десятилетия проходит. И если не руководит этим процессом летчик, понимающий в этих делах, летчиков у нас просто не будет. В свое время я уже сколько раз рассказывал, но на наши группы, вот в 81-м я поступал, в 85-м
выпускался Украина, Черниговское летное училище выпускало больше 200 летчиков в год. В год больше 200 летчиков выпускалось. Еще Харьковское летное училище это добавляло. То есть где-то 400-500 летчиков, так это истребителей, в год выпускала наша Украина. А сейчас, вы же понимаете, таких цифр нет, давно уже нет. Никто на это даже вообще не рассчитывает, хотя у нас остались и кадры, и инструктора, и состава в обучении, и так далее, и тому подобное. Но быстро это не делается. Летный состав быстро на крыло не поставишь. Потому проблема есть очень большая. Как оказалось, у нас очень большая проблема с летным составом. Я теперь всех этих личных ценов, отношения политиков к армии, попытка столкнуть зубами армию и народ. Закончится это очень плохо. Летный состав просто не пойдет выполнять боевые задачи. И это может очень сильно ударить по обороноспособности нашей страны. И будет действительно такая проблема. F-16 нам дадут, а летать будет просто некому. Почему? Потому что лаг по времени как раз, о котором надо было думать еще 10 лет назад, в 14-м, это как минимум в 14-м, а не сейчас, не даст нам возможности, допустим, набрать достаточное количество летного состава. Есть, конечно, механизмы, но ими нам надо заниматься. Надо понимать эти механизмы, но их понимают только летчики, их нельзя объяснить. Это надо пройти там 20-30-летний путь в истребительной авиации для того, чтобы понимать, допустим, некоторые механизмы, которые надо запустить или стереть, или добавить, или унять. Если сейчас летный состав больше пишет, чем летает, а так оно реально. То есть, и помимо того, это ж никто не знает, никто об этом не говорит. Летчики сейчас пишут, там прям писатели целые. С утра до вечера слева направо и справа налево. Уже арабскую вязь, наверное, уже применяют для того, чтобы отписаться от проверяющих органов. Есть эти проблемы большие, но ими надо заниматься. А заниматься могут только люди, которые в этом разбираются. Пока руководят и военно-воздушных, во-первых, военно-воздушных сил нет, руководят воздушными силами люди, которые не разбираются в авиационной тематике. Это ПВОшники. Они прекрасно понимают, что да, можно научить 90 человек даже на Патриоте за полтора месяца. Все. И вот эта цифра, она абсолютно несоразмерна с подготовкой летчиков. Пане Романе, ми, як завжди, дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякуємо. Дякую за вашу аналітику та ваші прогнози. Цікаві, нагадаю, Роман Свідан, льотчик-інструктор та полковник запасу Української армії, традиційно щодня відповідає на найголовніше питання сьогодні. З вами був Владислав Соловйов, Ольга Білан. Поставте цьому відео лайк, напишіть коментар, звідки ви нас дивитесь, ваше місто, ваша країна. От прямо зараз напишіть, бо все бачимо, все читаємо. Бачиться і пан Роман Світан. Також підпишіться на наш YouTube-канал та побачимось незабаром в ефірі на 24-му.